Всем привет, друзья мои. Как там говорят? А 8 марта близко-близко. Но еще ближе 23 февраля. Да? Вот. Совсем скоро. Давненько я не проводил никаких, значит, акций. Поэтому у меня, на самом деле, у меня в эфире сегодня будет несколько вещей. Будет объявлений несколько. Вот. Размышлений. Ну, смотря сколько времени будет. Поэтому начну сразу, наверное, с объявлений. В процессе, может, эфира повторю. Вот. Ну, в общем, в чем суть. Так как скоро 23 февраля, то в связи с этим я решил сделать небольшую акцию. И поэтому тем, кто приобретает в это время Макивару МБШ, тому в подарок. Так, вот дорог не прочистили, узко. Тому в подарок сумка для Макивары. Между прочим, сумка для Макивары отдельно стоит 3500 рублей. Представляете, насколько я добрый? Поэтому просто платите за Макивару 10500 и получаете в подарок еще и сумку для Макивары. Вот, ну, для того, чтобы это получить, во-первых, это только тем, кто у меня в эфире сейчас находится, ну или не сейчас, или кто просмотрит потом эту видеозапись на Фейсбуке и сделает заказ мне в личку на Фейсбуке, а также оставит комментарий под этим эфиром, вот, или под этим видео, смотря что там уже будет. Вот так вот. Это первое. Второе. Кто приобретает Макивару Камертон, тому в подарок Макиваре Камертон будет специальный апгрейд для Макивары, снижающий силу сопротивления Макивары. Ну, не снижающий силу сопротивления, а уменьшающий ход байка от первоначального положения до отбойника. Чем это хорошо? Хорошо для подводящих упражнений, хорошо для новичков и хорошо для детей. Вот, это второй момент. Но это я говорю только тем, кто вот под этим эфиром или под этим видео, значит, оставит свое сообщение и сделает заказ через личку на Фейсбуке, сославшись на данный, значит, эфир. И только его. Так, ну вот, это первая часть. Вторая. Значит, 15 числа заработает в Иванове клуб, который называется Fight Fitness. Я давал анонс о том, что это такое. Там будут специализированные программы по так называемому кроссфайтингу. Это такое направление, которое мы будем продвигать. Это тот же самый кроссфит, но с большим количеством специальных упражнений для бойцов. Специальные бойцовские, борцовские упражнения, работы на снарядах, вот, в виде интервального тренинга. Так вот, в этом клубе будут находиться несколько моих больших макивар камертон. И вот, собственно говоря, на этих макиварах в том числе будут проводиться данные программы. Но, что самое интересное, тем, кто сейчас вот до 23 февраля купит макивары, я буду проводить в Иваново, разумеется, если кто захочет, можно приехать, бесплатно семинар по работе на макиваре. Вот. На самом деле этот семинар будет не только для тех, кто макивару приобретет сейчас, он будет абсолютно для всех желающих, но для всех остальных он будет, смотрите, платный. Для, значит, обладателей макивару, ну, моих, как МБШ, так и Камертон, он будет в половинную цену. Вот. А для всех остальных в полную. Вот так вот. Какая цена будет, смотрите за анонсами, следите дальше, либо задайте мне вопрос также либо в личку, либо на почту. Можно приехать будет. Мы с вами, кстати, посовещаемся. Это может быть как однодневный, так и двухдневный семинар. Посмотрим, как, значит, изъявят люди желание. Тем более, что я уже давно не проводил семинары. Многие напрашиваются, напрашивались, вот так лучше сказать.
Поэтому посмотрим, как будет, значит, интерес у людей на данный семинар. Я думаю, что если кто-то будет иногородним, будет откуда-то ехать издалека, то, конечно, двухдневный семинар намного лучше, потому что гораздо больше можно получить информации полезной. А кто близко находится, тому, значит, отдать дневный. Поэтому мы посмотрим, может, мы его так и сделаем, что он будет из двух частей состоять. Кто захочет, будет только на первой части, то есть один день посетит, кто захочет, посетит. Второй день будут избираться разные вещи. Вот таким вот образом мы можем поступить. Да, кстати, я сказал, что для тех, у кого кеварок и мертвон или мертвон есть, будет половина стоимости. Также будет действовать эта половина стоимости для тех, кто решит перейти ему кеварок, камертон или МБШ прямо на семинаре. То есть приезжаете, приобретаете макивару, и семинар стоит для вас в два раза меньше. Вот так. Это вот то, что касается новостей. Такие вот у меня в канун 23 февраля, ну не в канун, а, как говорится, в преддверии 23 февраля, такие у меня для вас есть новости. Если вам все понятно, кликните, поставьте сердечки, там галочки какие-то, не знаю, чтобы было видно, что все нормально. А сейчас я еду на тренировку, посмотрим, на каком этапе сейчас у нас там находится зал, потому что 15 числа, я говорю, должен произойти запуск, в принципе, сейчас там уже чистовая идет доработка, осталось всего 2 дня. Вот. А вот, так, что это такое? А вот теперь, значит, поговорим. Ну, наверное, я думаю, будет логично продолжить о теме работы на макеваре. Ну вот, смотрите. Значит, по поводу работы на макеваре. Очень часто, вернее, вот после того, как в сети стал на макеваре достаточно большой тренд, по крайней мере, с точки зрения производителей, стала довольно большая дискредитация вообще всей темы работы на макеваре, потому что гораздо больше люди стали макевар делать, чем тех, кто на них готов реально работать, да? И среди тех, кто делает, очень мало тех, кто понимает, что они вообще делают и для чего. И в связи с этим, конечно, появилось много однотипных каких-то подделок, в том числе моих макевар. Ну, это конструкции и камертон, и МБШ. И учитывая то, что качество у них крайне низкое, то и, соответственно, эффект, ну, то есть они не работают так, как надо, эффект от работы на них чрезвычайно низок. Вот. И, конечно, несмотря на то, что тренд стал увеличиваться, огромное количество, значит, объявлений в интернете о продаже макевара МБШ и камертон, я так понимаю, что покупок, наверное, совершается немного. Ну и опять же, очень важно понимать ту ситуацию, что сейчас уже 4-й год в стране кризис, а так как чувствуется, что после выборов все пойдет дальше без перемен, и тенденции к затуханию будут сохраняться, потому что нету ни единой предпосылки, если ничего не изменится, если у руля останутся те же люди, то нету ни единой предпосылки, ни единого факта, говорящего в пользу того, что будут какие-то положительные сдвиги. Ну и народ нищает. Если раньше у народа хватало финансов на какую-то роскошь или на какие-то дорогие вещи, на удовлетворение своих желаний, которые стоят в иерархии пирамиды масла где-то повыше, то сейчас, конечно, учитывая то, что народ нищает или беднеет кто-то, вот, люди, конечно, не так охотно тратят деньги на разного рода вещи. На покупку тренажеров, спортивных в том числе, на самообразование, развитие и так далее. Ну, потому что первоочередно это детей в школу собрать, одежду купить, пожрать и вообще за квартиру заплатить, ЖКХ, цены растут. Зарплаты нет и все такое. Ну и в общем, короче говоря, ситуация совершенно понятна. Вот. И поэтому, конечно, все производители и продавцы сейчас, те, кто занимается такими товарами, которые либо не в высоком тренде продаж,
либо не являются предметами первой необходимости, конечно, сейчас терпят, ну, не крах, но снижение продаж однозначно совершенно. Вот. Это все понятно. Вот. Хочу сказать, что мне в этом плане повезло, потому что для меня, как для производителя спортинвентаря, это не единственный способ дохода. У меня масса различных способов дохода. Много бизнесов разных, маленьких и крупнее. В основном, конечно, маленьких всяких разных. Вот. Поэтому особо не напрягает. Но что хочу сказать? Я хочу сказать, что я, конечно, как изобретатель, как не просто производитель, а как изобретатель и человек, который придумал методику, который разработал снаряд сам. Я, конечно, хотел бы, чтобы моя макивара получила самое широкое распространение. Это, в общем-то, и получилось, она в мире широко распространена. Но я хочу, чтобы снаряд этот был полезен абсолютному большинству всех адептов любых боевых искусств. Для этого надо, чтобы он хорошо распространялся и имел высокое распространение. Поэтому я не знаю, я очень серьезно подумаю над тем, как сделать так, чтобы, собственно говоря, не затруднительно было для потенциальных покупателей приобретать макивары мои. Я, конечно, понимаю, что они дорогие, реально. То есть в линейке подобных товаров, мой товар, моя макивара, наверное, самая дорогая. Ну, это еще и в силу того, что она самая лучшая. Это даже без лишней скромности, без тени скромности. Но это соответствует абсолютно реальности. Вот так. Но я подумаю, что можно сделать. Не думаю, конечно, что можно цены снизить. Потому что, сами понимаете, я цены не снижал на протяжении... не повышал цены на протяжении долгих лет. Ну, по крайней мере, вот, наверное, последних лет 4, наверное, цена не меняется. Вот. Или 3-то точно. Вот. Хотя на все цены растут. Соответственно, снижение цен мое, оно в том и заключается, что я за счет прибыли собственной просто не поднимаю цены, хотя постоянно растет себестоимость товара. Потому что растут зарплаты рабочих, как-то чуть-чуть они должны повышаться, иначе просто рабочие работать не будут, это раз. Растут различного рода налоги, прямые, косвенные, растут тарифы ЖКХ, растут любые тарифы, вот. Растет закупочная цена материалов, растет цена тех деталей, которые мы покупаем, а не производим. Вот. И, тем не менее, цену я не повышаю. Вот так вот. Понимаете, да? Поэтому самопривлекательность может быть увеличена за счет того, скорее всего, что вместе с макиварой будут либо со скидкой, либо бесплатно распространяться еще и курсы по работе на макиваре, что сделает товар более привлекательным. Ну и вот смотрите, если вы видели самое начало этого ролика, то там, значит, есть о том, что я сделал беспрецедентную практически акцию такую, особенно для макивары МБШ. Просто фантастическую сумку за 3500 рублей я отдаю просто в подарок вместе с макиварой, кто ее приобретет. А апгрейд, кстати, для макивары Камертон, который тоже в подарок будет идти тем, кто его будет приобретать до 23 февраля, вот, он стоит 1600 рублей. Фактически это полностью покрывает стоимость доставки до двери в любой регион нашей великой родины. Вот так вот. Да. Ну, имеется в виду крупные, конечно, города. Это до двери, а до терминала так и того дешевле доставка стоит. Она обычно где-то в районе 1500 рублей. Вот так вот, други мои. Вот так вот. А сейчас я, кстати, в зал, где будут установлены макивары Камертон, везу специальную настенную платформу для макивары Камертон. Это тоже такая штучка, про которую, в общем-то, пока немногие знают, потому что на сайте макивары Камертон она нигде особо не выкладывалась. Она предлагается тем, кто уже решил макивару Камертон приобрести.
кстати, если сказать, мы продажи особо не стимулируем. Вот акции вообще не проводили, фиг знает. Рекламы особой у нас нигде нет, понимаете? Это снаряд для тех, кому действительно нужен. Тех, кому он нужен. Кто будет искать лучшие, он тогда найдет, понимаете? Потому что если набрать лучшие макивары, то вы, конечно, найдете в любой поисковой системе, скорее всего, в топе 10, да? Что в Гугле, что в Яндексе, именно наши макивары, мои. Макивары Камертон Шилова, макивары МБШ, компании Будуши. Вот так вот. Вот, поэтому, друзья, на самом деле, если вам это не нужно, то, поверьте мне, лучше и не покупать. Это нужно вообще фанатам, на самом деле. Тем, кто действительно решил укрепить свои конечности, поставить мощный удар, можно сказать, сумасшедшие силы. Удар пробивной, который способен проломить все на пути на своем. Вот это для таких, кто готов работать. Кстати, по поводу семинара, еще раз я напомню. Значит, когда семинары пройдут? Вы, на самом деле, пишите предварительные заявки, кто хочет поучаствовать в семинаре. Можете писать прямо здесь под этим сообщением, ну, вернее, под этим видео. Можете отправить в личку. Вот. Сразу предупреждаю, что вы что должны написать-то? Вы должны написать e-mail свой. Вот. И как зовут вас. Тогда уж извините, если вы это дело сам сделаете, я помещу вас в специальную, значит, базу. И по этой базе будет осуществляться почтовая рассылка, от которой вы сможете отписаться в любой момент. Там внизу кнопочка будет такая, там отписаться. Где будет уведомление о том, когда, чего на этом семинаре будет происходить, какова его программа будет, какая стоимость. И, кстати, заодно еще и будет опрос проведен по поводу того, однодневный семинар сделать, двухдневный, в какое его время сделать, на буднях, на выходных и так далее. Тогда с вами подготовимся с учетом ваших пожеланий. Вот, и все будет очень даже здорово. Так что семинар будет интересный, я это гарантирую. Потому что сколько народу мои такие семинары посетило, а равнодушных не осталось. Но имеется равнодушных по-хорошему, по-плохому вообще никак. Никого не было, кто поставил бы плохую какую-то рецензию на данный семинар. И, кстати, многие люди, особенно те, кто имеет опыт ударной подготовки, и особенно, в том числе, и опыт работы на макиваре, уже после одного семинара существенно улучшали технику в том плане, что она становилась более мощной и разрушительной. Ну, это реально, понимаете, на самом деле там есть не то что секреты, их вообще секретов нет никаких. Просто есть определенные методы, то есть простые, скажем так, упражнения, простейшие, которые просто позволяют немножко по-другому заставить работать тело. Внешне вроде ничего не поменяется. Поменяется немножко внутримышленные и межмышленные координации. Все. И удар просто проламывающим делается. Вот так вот. Все просто. Так что вот так, друзья мои. Вот. А те, кто новичок, кто новичок в этом плане, кто на макиваре не работал никогда, там тем еще будет интереснее. Потому что, знаете, как это бывает? Человек приходит, никогда не работал на макиваре, вот на именно камертонного типа, где надо пробивать ее, добивать боек в отбойник. И просто вообще даже близко не получается так ударить, чтобы боек вообще приблизился к отбойнику, ну, хотя бы наполовину пути. Ну, не получается, и все. А после прохождения семинара получается. Ну, пусть на слабых настройках, но тем не менее. Вот так вот. Да. Ну что, друзья, в принципе, я подъезжаю. Я жду какое-то время в эфире, если у вас есть какие-то вопросы. Ну, также оставляйте свои какие-то комментарии. Также можете оставлять свои указы. Ну и для тех, кто присоединился совсем недавно, о чем я говорю, о чем комментарии и какие заказы, это все это просто на самом деле. Просто пересмотрите этот эфир, и видео будет сохранено после того, как эфир закончится. И вы все поймете, о чем шла речь. Вот. Для тех, кто захочет принять участие в семинаре, зал вообще классный, находится почти в центре города, с панорамными окнами с двух сторон. То есть две стены в зале.
в большом зале. Это от пола до потолка, это окна. Вот так вот. Круто. Очень приятно. Вот. А также в этом зале еще есть и все для кроссфита. Ой, сейчас чихну. Прошу прощения. Будь здоров, спасибо. Сейчас еду, представляю, сейчас такая тренировка забойная будет. Каждый раз на такой там тренировке теряю 2 килограмма веса. Ну, разумеется, не жира. Разумеется, вода теряется. Но вообще сушиться на таких тренировках — это просто полный торч. Просто полный торч. Надо с собой брать обязательно БЦА, а после обязательно принимать изотонические растворы, ну, в которых есть достаточное количество солей. Достаточное количество солей. Иначе проблемы могут быть, когда теряешь в таком количестве жидкости. Вымывается и солей очень много, очень много. Так, добрый день, парни, скажите, а что с жетоном-то потом делать? Жетоном можно это, паркомат его, ага. Когда привыезд. Ага. Он вам посчитает, сколько денег. А то есть он посчитает сначала? Да, потом это деньги засовываете, он проплачивается. То есть сейчас как... отмечено, да, что я заехал в это время? Угу. Потом жетон забираете, когда проплачиваете. И снова выбрасываю. А, спасибо. А еще прошу прощения, а где лифт? Лифта тут нет, тут волшебная дверь за паркоматом есть. И по лестнице наверх. Ага.